Так, всем щербет, дорогие друзья. Вы знаете, я обожаю, просто люблю очень сильно праздник Новый год. Ну, это не то, что говно день рождения, когда, знаете, вы вроде бы как празднуете, веселитесь, а всем остальным людям похер. И то там празднуете, веселитесь, наверное, где-то до 35 лет, потом уже не празднуете и не веселитесь. Ну, а кто-то уже и в 20 не празднует, собственно говоря. А если вы свидетель Иеговы, то вы вообще, наверное, не празднуете не только день рождения, еще и Новый год. Но речь сейчас не об этом. О том, что Новый год празднуют, как бы веселятся все, это прикольно. И у нас вот жизнь такая не очень радостная в последнее время. Серые будни, хмурые лица. Поэтому я вот как-то последние годы стараюсь, начиная там с 1 декабря, уже создавать себе новогоднюю атмосферу, да. Нет, я не слушаю там песни сердючки про елку и прочее. Просто где-то там дома развешиваю фонарики, где-то там что-то вот. Собственно, заговорился. Перед вами сейчас один из новогодних аксессуаров, который призван мне, а также и вам, поднять новогоднее настроение. Поскольку мы все любим ножи и фонари и прочий лут, поэтому представляю вам лимитированную серию новых наключников Nightcore Tip Winter Edition. Обзор, в принципе, наключника я делать не буду, потому что я его уже делал. Он, в принципе, точно такой же, как и был. Отличается просто коробочкой и некоторыми нюансами. Ссылочку я размещу в описании на обычный тип. Посмотрите, как он светит, что он из себя представляет. Ну а сейчас давайте Tingle bells, вишмер бежвильде. Посмотрим. Вот здесь два варианта, да, зелененький и синенький. В такой металлической коробочке с открыткой. Здесь вы можете написать письмо Санта-Клаусу. Мол, типа, дорогой Санта, я весь год был хорошим мальчиком, подари мне, пожалуйста, ТМ-36. Ну, типа такого плана. И здесь, собственно, сам фонарик. Вот вы видите, какая цветовая гамма, да, красно-синий. Ну, следовательно, тот у нас красно-зеленый. Давайте я еще тот достану. Красно-зеленый, вот. Вот так вот. Ну, все то же самое, алюминиевый корпус. Единственное, что здесь вот идет еще сразу зарядное такое. Ну, на проводе китайцы сэкономили. Почему нельзя было сделать еще небольшой проводочек, непонятно, гибкий. Ну, ничего, и на том спасибо. И два колечка. Собственно, вот такой вот новогодний набор. Мне кажется, если ваш любимый человек любит фонари и любит Новый год, то это повод, чтобы купить вот такой вот тип. С вами был еще разок. Увидимся. Всех с наступающим. Пока.